Привет всем, мы на канале Казашка в Пекине, и сегодня мы приехали на Стеклянный мост. Да-да, на тот самый знаменитый, самый страшный, потрясающий мост. Я показываю его. Та-дам! Та-да-дам! Я стою на нем. Ощущение, конечно, очень странное. Я стараюсь вниз вообще не смотреть, потому что это правда страшно. Я туда не смотрю. Но вы можете туда посмотреть. Я могу показать через камеру. И если туда вниз смотреть, кажется, что ты туда просто проваливаешься. А еще я замечаю, что там кажется, что некоторые вот эти палки, они кажутся неустойчивые, правда. Туристов сегодня немного, так как сегодня уже ноябрь и немножко прохладно, но обычно здесь бывает очень много людей. А смотри, там прям облака плывут. Под нами. Под нами плывут облака, да, говорят. Ничего себе. Ой-ой-ой, не прыгайте. Не прыгайте, боже. А, действительно, посмотрите. Где там облака? Да вот же. Это дым или облака? Это смог. Да, пекинский. Пекинский смог. В общем, всем привет еще раз из Стеклянного моста. В общем, что я могу сказать, что ощущения просто непередаваемые, что страшно, да, страшно. Я вот видела видео, когда китайцы шли по этому мосту, все тряслись, плакали. Ну, на самом деле, просто если вниз не смотреть, то оно не очень-то и страшно. А то дальше говорят, что построили стеклянные всякие... Видите, я вот прям иду по Стеклянному мосту. Красота, конечно, суперская. И горы просто тоже шикарные. Не знаю, у нас... Здесь, конечно, немножко другие горы, чем у нас в Алматы. Они какие-то более каменные, что ли. У нас, кажется, красивее горы. Или, может, просто уже не сезон сейчас. В общем, здесь заканчивается Стеклянный мост, и дальше начинается Стеклянная стена. Я там сейчас, наверное, отдельно еще видео сниму. В общем, такой опыт.